На мне сейчас новые Копа 19, и за ними я летал в Милан, чтобы их лично получить от Пауло Дибала. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами невероятный Финита. Ты че, дурак, что ли? Форза Резор! Это я! Лучшая кошка в своем теле. Женя Спиряков. Какой он, а, кошак? Он на этом собаку съел, дядя Мазл. Я Барбос. Ребята, сегодня бьются три команды. Первый из которых это я и... Миша! Мы оба тестируем сегодня новенькие копы, чтобы в конце рассказать наши ощущения. Вторая команда — это Finita с Forza Reservoir. Forza Finita! Это мы, это я. Ну и вратари Амкала. Огонь против воды. Скорпион против Саб-Зира. А Федя Маслоу сегодня вместе со Спиричем. И сложность заключается в том, что они всегда вдвоем в воротах. Дальше, вратари! Сосите, игроки! У нас всего 3 челленджа и 30 минут для того, чтобы забить вратарям 10 и более голов. Хочется сначала бить, короче, по центру, очень хочется 40. Уже конфликт пошел, там где стоит. Если сбиваю я, а ты нет, то ты на четверик. Если сбиваешь ты, а я нет, то я на четверик. Если мы оба забиваем или оба не сбиваем, то никто никому ничего. Сейчас будем на четвереньках ползать. А сейчас еще четвереньки подъедут, сейчас зашлем. А вратари-то уже еще немножко друг другу хлопают, пока у них нервишки держатся. Обязательно это покажи. Это реально FIFA 15 такая. Реально FIFA 15 такая, блядь. Центр есть. Ля-ля-ля. Чья была идея, Тём? Никита. Никита? Да. Он подстрекатель, да, походу? Да. Не, он просто мразь. Ты просто лучший. Жопа с перековым. Это второй ряд ног у него просто там вышел. Гола нет. Пока! Есть интересная тема. Давайте я оставлю голосование, кто из вас должен стоять в основе. Ну, типа, как они хотят. Как... Прости, ладно, прости, все, хорошо. Давай напишем стоять. Мне действительно интересно, за кого из вас аудитория будет больше болеть. Ну, типа, вы оба классные, любимые. И благо у нас будет тренер, который это будет решать. Сейчас будут подачи в штрафную. Без разницы, голова, нога, плечо. Я с трехочковой линии обманул, дал тебе, и ты, блядь, на нахрен! А скажи честно, Форза хорош на тебя подавал? Последняя была нормальная, то есть головой там надо. И передача, и удар, и сейф, все красиво. Я уже пошел вправо и понял, что нет, надо остаться. Вправо я, да, зачем туда? Хороший. О! О! Единственный зачет Эльхану отдаю за то, что он сделал все правильно, а то, что вы... Мы бьем с нулевого угла в ворот. Но какая задача у вратарей? В момент удара они со своей точки должны добежать
до ворот и выбить мяч, при этом, то есть, получается, у них тело по инерции летит в ворота, а руки должны из ворот выбивать мяч. Ничего себе. Ой. Ой, хорошо! Ай, блядь, какой же, а! Это было хорошо. Все было под контролем, максимально. Это нереально, что взял Зенита! Ладно, Винник загрузил, это было красиво, но там было три, вообще шансов не было. Можно? Давай! Ой! О! Вот сейчас супер! Сейчас супер! Вытащил! Во! Ну что же, пока Ford и Finito дерутся за то, кто больше виноват в поражении. Я предлагаю в данном случае расслабиться, просто получить удовольствие. Ну что ж, друзья, давайте подытожим наше тестирование. Дебала тут вовсю рассказывает, что он рад играть в новых тапках, что ему удобно, классно. Ну и давайте я свое мнение тоже скажу. По дизайну все неплохо, мне нравится их форма и, в принципе, как и в предыдущих моделях, все очень так лаконично. Правда, вот цвета, черный, белый, это, конечно, не то, что я люблю. Я был бы счастлив, если бы от обратного было, то есть то, что внутри оранжевый, наоборот, бутса была бы оранжевая, а внутри белый. Я фанат более ярких моделей, поэтому 3.5 из 5, но исключительно за цвет. По удобности все супер комфортно, мягко, кожа кенгуру, здесь даже нечего обсуждать. Бутса садится по ноге после первой же тренировки, поэтому 5 из 5. Ну и чувство мяча, которое, в принципе, напрямую зависит от удобства, ну, вроде как все хорошо, но на данный момент я не успел в них много сыграть, всего была вот первая тренировка, первые челленджи. Мне нужно еще с ними сыграться, нужно понять, как правильно ногу выворачивать, поэтому пока 4.5 из 5. Честно, я считаю, для первой пробы бутс это очень даже крутые оценки. Также для своих я привез пару шарфов со стадиона Сан-Сиро. Снова будет два победителя, которым я отправлю их сувениры из Италии, прям вот со стадика. Ну а чтобы стать этим счастливчиком, нужно зарепостить это видео с моей страницы ВКонтакте к себе, и, в общем-то, через недельку вы уже будете ожидать свои призы. Ну и, конечно же, друзья, ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Чем больше пальцев вверх наберем, тем скорее выйдет новое видео. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал ребят, которые принимали участие в этом видео. Впереди у нас турнир Амкало по пляжке. В общем, следите за каналом, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. С вами был Герман Эль Классико. Всем пока!